Стараться внимательно. Внимательно не получится, нужно стараться. Радхарани живет в Явате. И оттуда видит Нандаграм, где живет Кришна, и думает о нем. Нандаграма Радхика Девидаси. Без перевода. Вриндавана Лила Девидаси. Юлия? Емуна для удовольствия Кришны играет в лунном свете. Емуна Чандрика. Все, что делает Шримати Радхарани, это трансцендентно, чисто. Критамала Девидаси. Логинова Маргарита, Маржина Ива Анастасия, Шивырова Наталья, Лазарева Ирина, Борисова Светлана, Гафурова Раиля. Четырем регулирующим принципам: не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры, не вступать в незаконные половые отношения. Также я даю обет ежедневно повторять минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры на четко и стараться делать это минимум. У Радхарани есть удивительная служанка личная. Манджулали Манджари Давидаси. Радхарани – это богиня, которая дает всем напиток бессмертия. Амрита Деви, Деви Даси. Наталья, пожалуйста. Радхарани вечно дорога Господу Джаганатхи. Нитья Джаганатха Прия Девидаси. Не употреблять интоксикацию,
не вступать в азартные игры и не вступать в незаконные половые отношения. Также каждый день воспевать Хари Кришна Махамантру, стараться делать это регулярно. Снимать. Стараться внимательно. Повторять себя. Все время Хари Кришна Махамантру на четках каждый день 16 кругов и внимательно. Стараться. Хорошо, хорошо. Радхарани – это гопи, которая дорога сердцу каждого. Иштадеви гопи, давидаси. Дорогой Гуру Махарадж, я даю обеты. Не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца. Не употреблять интоксикации. Не играть в азартные игры и не вступать в незаконные половые отношения. А также каждый день в течение жизни воспевать Хари Кришну Махамантру не менее 16 кругов на четках. Радхарани благоприятно во всех отношениях. Сумангала девидаси. Манджари очень любят Кришну Радхарани. Раса Манджари Девидаси.